Приветствую вас на своем канале. Появился у меня вот такой мотор асинхронный. Этот мотор стоял на стиральной машинке Rainford. Также в индезитах он используется, этот мотор. Стиралка Hardo, похоже, есть. Хочу показать, как подключить этот двигатель к сети 220. Так, посмотрим, что здесь написано. В этом моторе две обмотки. Одна скоростная на 2820 оборотов. И 420 с низкими оборотами обмотка. Конденсатор на 12,5 микрофарад. Колодка вот такая. 6 контактов, но один выполнен заземляющим проводом. Вот он нижний, левый. То есть 5 имеем разъемов. 2 обмотки. Один общий провод. Сейчас покажу. Немножко я нарисовал на бумажке. Вот он разъем. Я пронумеровал. Синий, белый, красный, черный и желтый провода. Синий будет общим проводом. Второй и третий контакт. Одна обмотка. И четвертый и пятый. Вот он, другая обмотка. К обмотке подсоединяем конденсатор. И к общему проводу один провод от сети 220 и один провод конденсатор, то есть от конденсатора. Если у вас точно такой же тип мотора, также исполнена колодка с такими же проводами, то я думаю, эта схема тоже будет работать. Если у вас немножко другой провод, то могут отличаться обмотки, расположение обмоток. Ну, давайте я покажу, как он работает. Берем конденсатор, вот он, 12,5 микрофарад. Подсоединяем два провода с разъемами. Итак, давайте возьмем сразу одну обмотку, четвертый и пятый провод. Вот так вот подсоединяем. И вот он у меня еще провод к сети 220. Также два разъема я сделал. Берем общий провод. Синий и один разъем на конденсатор. Вот таким вот образом. Сейчас включаю и смотрим, как он работает. Вот это обмотка одна. Низкая скорость. Давайте подсоединим теперь второй и третий. Снимаем конденсатор. Подсоединяем к этой обмотке. Вот так. Это будет скоростная обмотка. Две тысячи восемьсот двадцать оборотов. Итак, чтобы поменять скорость вращения, вернее направление вращения двигателя, то достаточно поменять местами, и двигатель будет вращаться в другую сторону. То есть меняем местами провода с конденсатора. И он будет вращаться в другую сторону. Все, вот так работает схема. Чаще всего вот этот крайний провод, он является общим. Вот этот вот. Крайний — это общий провод. То есть у вас может быть подключение обмоток. Вот эта пара и вот эта пара. То есть у меня выполнено вот таким образом. У вас может быть другим образом. Вот так на колодке. Проверяйте. Я думаю, это несложно. На этом видео заканчиваю. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.